Так, что вот мы говорим, хочу научиться слышать внутренний голос, да? Чтобы узнать свое назначение, мы должны услышать свой голос, да, мы пришли к этому мусору? Свой внутренний голос. Что значит услышать свой внутренний голос? Кто бы это должен услышать? Сердцем почувствовать. Так. Еще варианты? Знание. Посидеть в тишине. Просто как знание. А кто такое? Я хочу услышать свой внутренний голос. Кто я? Я это что? Душа. Exactly. Я душа, Джай. А кого я буду слушать? Себя же. Себя могу слушать. А что мешает мне самого себя слушать? Вот я разговариваю, да, вот я сам физически себя разговариваю, а здесь куча шумов, кричат, и я даже сам себя не слышу. Да? Да? То есть слышать самому себя, голос твоей души. Должна быть тишина. Тишина, да. Exactly, тишина. И кого еще я хочу услышать? Кого еще я могу услышать? Слышно. Параматма, right? Супер душа, которая находится прямо здесь рядом. То есть, хочу говорить, частичка Бога всегда в тебе. Во всем есть частичка Бога. И задача только что найти connection, соединение между мной, а я это душа, и Господом, который всегда здесь. И вот мне нужно их соединить. Параматма и супердуша. Супердуша и моя душа, да. Моя душа это я. Моя душа, моя материя, моя душа, да. Вот теперь моя душа. Я душа, мое тело. Окей? Okay? То есть мы научиться должны, вот это я понимаю, что мы для того, чтобы мы должны научиться слышать, что душа должна слышать себя, научиться и слышать свою супердушу. Господа, будем славы, да? Теперь давайте подумаем, уже, кажется, по финишу подходим. Что, значит, мы также сказали уже, что для того, чтобы можно было слышать, должно быть чистое пространство, да? Чистое пространство, не было помех. И состояние эмоциональное, психофизическое состояние. Если я болею, у меня болит там какая-то нога, я все концентрация внимания там, здесь орут, я не тут не орут, тут говорят уже тихо, я тут ничего не слышу, потому что у меня вот концентрация там, я здесь внимание, я там не слышу, окей? Okay? Значит, что? Должно быть мое тело чистое, можно сказать, да? Тишина. Что такое? Что для тела? Дальше и мои эмоции, мой ум должен быть спокоен, окей? Okay? Дальше, что еще? Ум и эмоции. Эмоции, то есть я должен быть в состоянии благости. У нас есть три гуны. Страсть, невежество и благость. Если нахожусь, я зову всех. Да вы все мне надоели, такие все плохие, политика плохая, президенты плохие, плохо кормят, цены плохие. Внутренняя уравновешенность. Спокойствие. Да, то есть, чтобы все вот эти шумы от эмоций, которые идут, от тела беспокойного, от ума, они создают помехи. То есть мы не можем слышать душу и супердушу. Right? Угу. Что-то еще может надо нам для того, чтобы научиться слышать? Захотеть. Давать запрос. Желание, ну да, конечно, желание, да. Нет, чтобы душу услышать это. Что-то еще? Окей, тогда теперь вопрос остался теперь. Теперь мы уже знаем что. Теперь вопрос, как создать эти условия. Окей, нам условия нужно подведем в итоге, чтобы услышать, чтобы душа слышала, чтобы душа слышала себя. Чистое тело, сбалансированный мозг и правильные мысли, ну эмоции правильные, сатвы. Чувства, да, сатва. Чувства, эмоции. Разум. Да, но может быть есть... у кого-то предназначение как раз голову сечь, то есть ему, возможно, нужен и там. Не важно, нет, сам нет. Сначала нет. Это он может быть и это, но чтобы услышать, то что ему душа-то говорит. Душа ему потом скажет, там, что ты должен, там, вот ты должен быть шатрой. Вот должен там иди на войну, там защищать Родину. Вот так вот должен. Здравствуйте, я говорю, там и сюда, как и рядом. Но чтобы он это услышал, потому что должен... Замолчать. Да, он уже... Все это должен брать, да? А потом слышишь, смотри. Итак, для того, чтобы все это нам слышать, мы должны создать... Теперь каким образом мы поняли, да? Чистый, спокойный ум, эмоции в благости должны находиться наши, и тело находиться в благостном состоянии. То есть мы должны следить за своим телом, другими словами, за своими мыслями и за своими чувствами. Контроль чувств, тела и эмоций. Это одна из основополагающих задач, которую ставит. Контроль чувств, мыслей и тела. Тело, чувства и мысли. Тело, чувства и мысли. Да? То есть если мы контролируем как?
чтобы они находились в этом состоянии благости. Угу. То есть очистить пространство, создать благоприятную почву, пространство, эфир, очистить, заглушить все ненужные частоты, все радиоволны, передатчики, чтобы я мог спокойно разговаривать, привести в состояние боевой готовности наши приемники, наше тело, окей, убрать все шумы. Ну, еще же место важно. Место, ну, в любом случае, место, да, в любом случае оно будет влиять на ваше тело, на ваши эмоции, да, то есть результат будет этот, да? Теперь вопрос, да, сейчас мы как раз посмотрим, теперь вопрос, как нам сейчас привести свое тело в состояние благости, ума и чувств? Давайте самое простое, тело, Достенька, как мы приводим тело в состояние благости? Очищение тела. Зарядка. Да, упражнения. Следить за ним. Как следить? Это питание правильно. Это очищение себя. Тело, тело. Что про тело? Мыть, кормить, любить, одевать. Отдыхать. Отдыхать, да. Питание на грузки и отдыха. Благостное, замечательно. Да. То есть мы за телом, мы ублажаем свое тело. Ублажаем как? Моем, чистим, ухаживаем, чтобы оно исполняло свои первоначальные функции. Было как состояние ребенка, 7-летнего ребенка, да? Где самое лучшее состояние психики у ребенка, по-моему, 5-летний или 7-летний, да? Кто помнит психологию? Когда ребенок оптимально быстро... 5-летним, скорее всего. Не держит долго эмоции, да, скорее всего, 5-летним. Не держит долго эмоций негативных, он быстро перемещается. То есть вот у нас должно быть состояние ребенка, тело скажет. Так, теперь эмоции. Как нам теперь успокоить эмоции, чтобы у нас были спокойные эмоции, состояние благости были? Давайте, брейнсторм, каждый свое. Каждый записывает свое, что знает. Используйте, работайте, если вы не работаете, не знаете. Релаксирующая музыка. То есть, можно сказать, что мы скажем, звуки. Можем разделить звуки. Я звуки? Чувств, наверное, все балансируют. То есть это должен быть приятный запах, это должен быть приятный вид, это должно быть приятное ощущение людей, которые вокруг. Молодец. Для чего вот я с собой колокольчики вез? Приятный голос. Запахи, да, вот это, колокольчики. Что? Огонь, вода, медные трубы. Заниматься духовными практиками. Молодец. Правильно. Что такое духовные практики? Друзья, прежде всего, кто-то может понимать, что я должен уточнить, что мы понимаем в основном духовные практики. Да? Кто-то может быть, это вот бить молитвы, поклоны, бить на автомате, как вы сказали, да, на автомате бить фокус, бить никакого. Это что такое духовные практики? Это работа с эмоциями. Медитация, работа с душой, своими, да, со своими эмоциями, своими чувствами, работа с своим внутренним я. Состоит создание внутреннего покоя. Да? Когда медитируешь, то, что состояние внутреннего покоя, избавиться от шума. Да. Основная задача йоги – научиться быть здесь и сейчас. Почему, когда вы говорили глубокий вдох, медленный выдох, быть здесь и сейчас, на выдохе все печали забудут меня покидать, я здесь и сейчас. На здесь и сейчас. Тогда я, и когда я ввел себя в это состояние, итак, тело, теперь мы говорим про эмоции, как мы эмоции успокаиваем? Эмоции как успокаивают? Можно снять и важность. Очень важный, это очень важный вопрос. Это не только один ответ, вы не отделаетесь. Как успокоить свои эмоции? Снять и важность. Главное, чем-то спокойно. Подышать, так, хорошо. Что же на яму заняться? Замечательно, здорово. Супер. Просто побегать. Так, первый чакру, ну да, тоже, да. Бассейн завернуть. Заняться физикой, да. Это у меня будет, мы сейчас говорим про спокойствие, чего? Эмоции. Перевести эмоции физические. То есть можно, ну, перевести эмоции в состояние благости, да? В состояние сатвагуны, благости. Что такое состояние благости? Что такое состояние благости? Когда ничего не хочется. Ну, если ничего не хочется, ничего делать не буду. Нет, покой, это все хорошо. А как под большим словом, которое вы все знаете? Как гармония, любовь, гармония. Любовь, состояние всеобщей любви, когда я все люблю, я и спокоен, я и уравновешен, не станет тишины, я излучаю любовь. И вот это есть самое высшее состояние сатвы. Благость, я в любви нахожусь. Когда я в состоянии благости, а вы помните, что почему говорится, что любовь, в моем понимании, что любовь это спасет весь мир, что любовь – это первоисточник, это начало всех энергий, мне кажется. Поскольку, смотрите, Всевышний создал нас из-за любви. Он нам дал шанс, мы грешные, мы захотели быть сами тут богами. Он дал нам шанс,
из-за любви, любя нас, да, и дает нам еще один шанс. И снова дает нам шанс, он любит, любит нас. Почему? Потому что любовь спасает нас, потому что любовь – это жизнь. Мы изначально были рождены из любви. Нам Господь дал это тело, потому что он нас любит. Это самое важное. Потом состояние этой любви – это есть его всеобщая благость. Что такое? Сможем мы сказать, что если мы будем себя погружать в состояние, вот, находиться в этом состоянии всеобщей любви, то у нас успокоится наш ум. Да? То есть мы желаем всем благ, любви, и хорошо у нас нет. Мы не будем в страсти находиться, да, и в невежестве, потому что я всех люблю. Да. А только страсть и невежество порождают никакие какие-то вот эти страсти, все нагрузки. Да? Если я всех люблю, у меня все классно. Да. И окружение вокруг тебя меняется. Очень, да. Меняюсь я, меняется мир. Мы же помним. Не надо что излучаешь, пытаться, что и получаешь. Exactly. Не надо пытаться что-то поменять, потому что это невозможно. Да. Меняйся сам, все. Да. Как классно. Давайте запишем. Так, что мы записали уже? Мы написали тело. Да, мы меняем тело. Мы проводим тело в состоянии благости. Через мыть, чистить, правильно питаться, давать ему отдых. Да? Режим питания, нагрузки, отдыха, используется, да. Дальше мы сказали, что у нас сейчас стало два компонента. Это успокоит нашу душу и наш ум. Наше чувство и наш ум, да. Значит, а мы ум успокаиваем за счет чего? За счет тишины. За счет концентрации. Цель создать тишину. Медитация, концентрация, успокоение ума, так, хорошо. И дисциплина ума. Мы сказали, что средства для этого идут. Это различные, это йога, пранаяма, медитация. Да, я думаю, что это все-таки управление вот своим вниманием. Внимание. Это пути может быть тысячи. Да? Ты можешь иероглифы рисовать, да? И при этом да, это очень медитативная практика. То есть ты сконцентрирован, твое внимание направлено... И мы концентрируем это внимание на чем? А не важно. На себе. Вот здесь. Она же здесь нужно слушать, да? У нас душа и супердуша. Внимание, сука, стоит, чтобы это, что мы же хотим это услышать. Помните, наша задача какая? Мы говорим о назначении. Как узнать свое предназначение? И мы поняли, что... Мы вначале останавливаем разум, а потом концентрируем внимание. И мы сказали, что для того, чтобы услышать, знать свое предназначение, самое простое, мы должны услышать голос души и супердуши. Да? Теперь, исходя из... Для чтобы услышать голос... Вопрос контрольный. Если мы услышим голос души и супердуши, мы можем знать свое предназначение? Так? Кто напротив? Ну, это не с первого раза, конечно. Ну, мы диалог начнем вести. И пользуясь своими чувствами, да, это нравится, это не нравится, вот это так подумал, ум говорит, так, дай-ка я стану врачом. И слушай, что он говорит? А как еще я не сказал, друзья, как душа общается с нами? Я вместо этого душа и супердуша. Бог из душа. Я не помню на основании чего, но я пришел к такому выводу лет пять назад, в том, что душа дает чувства, а супердуша дает информацию. Кто-то из них что-то, кто-то говорит, а кто-то чувствует. Я забыл, какой вывод был. Значит, душа дает, допустим, душа дает нам вообще с нами через чувства, я чувствую, что это не так, а супердуша дает информацию, по-моему, так, если я не ошибаюсь, что-то вот, или так, или реверс. То есть мы получаем, это ресурс, да, это другое, но как бы говорит, как она дает нам информацию, как она говорит нам, как она нам говорит, ресурсы, да, ощущения, через ощущения, нам говорит, это не нравится. Одна часть нас, нашего говорит, нашего я, говорит о том, что я это чувствую, мне нравится, не нравится, а чувствую, дают ресурсы. Другая наша часть дает информацию, что вот я знаю, например, встал на перекрестке и говорит, так, вот если я пойду туда, чувствую, да, а... Другая подсказка. Иди прямо. Да. Внутренний голос говорит, иди туда. Угу. Вот один внутренний голос у нас, который говорит, а другой чувствует. И
Один говорит, а другой чувствует. И вместе они создают вот это единое. Он, это даже как у нас внешне, у нас мозг и сердце, да? Мозг и сердце. Мозг сказал, а тело прочувствовало. А там внутри информация, чувство, информация, чувство. Кто из них что говорит? Не помню, честно. Еще проще. Проще так, когда идешь и думаешь, да ну я по этой улице не шел. И встречаешь человека, у которого контакт потерян, и что-то происходит для двоих полезное. Вот это вот оно и есть просто в примитивном проявлении. Ну вот идешь по улице и думаешь, а давно я по параллельной улочке не ходил, ничем же не отличается. Mm-hmm. Сворачиваешь, встречаешь человека, который потерял твой контакт, а ты ему нужен. Mm-hmm. У вас контакт как бы ну вы решили вопрос друг друга. Mm-hmm. Ты ему сделал, он тебе заплатил, например, или наоборот, это не важно. Ну, вот, это так и есть, в мелочах проявляется, просто не парься, а захотел и иди по той улице. Mm-hmm. В общем, mm-hmm. будет, да? Mm-hmm. То есть это мы сейчас говорим о том, как, значит, как мы общаемся, как наши... Это уже элемент доверия. Мне кажется, ну, это уже особые такие отношения со Вселенной, с Богом, кто как это называет, восстанавливается, тогда ты уже в таком глубоком доверии вообще не задаешься вопросом, куда надо идти, зачем надо идти. Ты просто идешь, потому что чувствуешь, что это надо. Давайте закончим, меня быстро не ушли. Так, мы, значит, закончим, остановились на том, что мы держим свое тело, режим питания, нагрузки, отдыха. Мы успокаиваем свой ум через медитации, да, концентрируем свое внимание на здесь и сейчас, в области сердца, где душа и супердуша. И мы, третье, что у нас? Общение, какое у нас? Мозг успокоен, еще мозг. Чувства и эмоции, да, чувства и эмоции. Чувства и эмоции. Значит, мы развиваем, да, состояние, третье, это мы называем состояние чувства любви, общей любви, да. Кстати, общей любви, выходим в состояние благости. Хотя есть же такая теория, что нужно вообще над... Ну, не теория, а в принципе, что надо над тремя гунами подняться. Это уже самая высшая степень, когда ты уже... Высшая, когда ты, да. У тебя нет привязки ни к чему материальному, это уже надо быть на уровне ситха. Это уже выше. Нам еще рано. Нам еще очень рано. Это надо быть, не иметь привязки ни к чему, ни к своему телу, ни вообще ни к эмоциям. То есть ты вообще абсолютно ноль. Ты абсолютно отрешенный, да, вот я сижу в этом мудреце, у меня ничто. Да, я как-то вот не хорошее, не... об этом. Хочу ли я, чтобы у меня вот ничего вообще не колыхало, ни хорошее, ни плохое, вот просто вечное. Тогда вы не будете предчувствовать, да. Это... А я так задумалась. Ну, просто не готова еще к этому, потому что уровень сознания разный. Всему свое время. Да, даже когда, скажем, говорят, эго плохо, но оно плохо для более, для высокого прогрессии, для начала, для корней, после эго нужно, потому что оно помогает ей выделяться, развить себя, она нужна, всему свои этапы. Такое было сумасшедшее стремление к просветлению, там, поиски вот этих всех. Так, скоро. И давайте, итак, последнее, что мы спросили на последнем, то, что мы, значит, связь развития состояния, как бы мы называли состояние общей любви, за счет чего? За счет состояния любви, как мы будем называть? Мы сказали, что концентрация внимания через медитацию, внутренние практики, ЕНМ и так далее. Состояние любви, как нужно состояние любви выделить себя? Вы сказали очень хорошее. Доверие Господу. То есть мы можем сказать, что это вот духовные практики, как раз это молитва, да? Моего я слышу. Да. То есть когда мы обращаем, когда мы ставимся, вот здесь как подходит ниже травы, тише воды, когда я принимаю все, что происходит со мной, как должное, как часть моего опыта, моего пути, который я должен пройти. Да, это состояние смирения. Смирение не то, что я раб, как христианство говорит, а я раб, я не раб. Потому что мы с Господом имеем разные отношения. Состояние принятия Господа. Да, принятие того, что Господь, все, что я имею, это все от Господа, мне все во благо. Доверять Господу. Да. И вот это состояние. То есть, таким вот, то есть, развитие, также состояние развития любви такое еще. То есть через использование сердечной чакры. Это делать хорошие дела, поступки, желать, носить, заниматься благостными делами, да, бескорыстное служение, начиная с себя, с своих близких, родных, и постепенно. То есть ты даешь ничто, не ждешь ничего взамен. Вот это очень важно, да? Без взаимовыгода, да? Да, я не жду. Она на начальном этапе это будет, когда я тебе сделаю, что хочу тебя позитивные эмоции. Надо, да? Не хочу быть реально, но только эмоции. А потом более высокой, как бы, мне уже ничего просто не хочу. Из любви это делаешь. Да,
Вот сам когда если мы дадим, да, если мы дадим, ну это уже вот выше должно быть, что мы ничего не ждем взамен. Это безусловная любовь. Да? Самая высшая любовь — это безусловная. Какой ты не есть, плохой, хороший, воин ты, пьяница, алкоголик, я тебя люблю, Господь любит нас. Если мы дойдем до этого состояния безусловной любви, это наша высшая цель, чтобы Господь любит всех, всех нас, алкоголиков, пьяниц, мудрецов, хороших. Вот если мы дойдем до состояния, то это будет высшее состояние любви. И так проведем итоги. Друзья, если вот, вот эти все качества мы разовьем, вот мы идем в состояние тела, ума и чувств, мы сможем услышать голос? Да. Если мы сможем услышать голос, а мы с души и супердуши мы сможем знать, что нам нужно делать? Да. Теоретически, да. Что нам говорит? Душа нам что говорит? Она нам всегда подсказывает, что мы должны делать. Да? Для чего я сюда пришел? Какое мое назначение? Мы можем прийти к своему предназначению через доверие к Вселенной, то есть нас просто возьмут за ручки и приведут. Пассивно отдаться? Да, или это будет неправильно. Пассивно отдаться. Не то, что пассивно отдаться, а через доверие, то есть через принятие. Но доверие это и есть приятель, вот это часть вот того, что мы сейчас с вами обсудили. Это часть того, то есть останешься любви, будешь принятие, станешь любви, доверяя душе и Господу. Да? Что они единственное правильное направление мое, которое я должен делать. Это мы сейчас вообще с вами посмотрели общее, сейчас быстренько хочу раскачивать технические такие вещи, жизненные. То, что мы сказали, это глубоко, это фундамент, я считаю, что это фундамент. Согласны? Uh-huh. Это есть основа, даже мы сказали, говорили с вами про выбор цели, должна быть что? Выбор цели – это соединение ума с чувствами. Да? Также здесь понимание того, что узнать свое предназначение, я должен очистить свое тело, ум и чувства. Окей? Okay? Через соответствующие практики. Это фундамент. Теперь практические, технические такие подсказки, которые я использовал раньше. Значит, ребенку, вы знаете, ребенок, который в ведических традициях, ребенку где-то в возрасте около 1 года, когда еще у него ум не включен, да? Когда дети еще родничок не закрыты, связь со Вселенной, с Господом, очень высокая. Ему дают возможность выбора на уровне подсознания, да, тех предметов, как бы ставят 4 разных предмета, для чего? То есть, как бы, что считается, что как бы, когда еще социум не навязывает, какие там адвокат хорошо или там этим доктором, его душа помнит санскары с прошлой жизни, тянется подсознательно к этому предмету. То есть это будет сигнал к тому, что чем ребенку, какое направление ребенку надо развивать. Так, первое. Второе. Надо смотреть, когда ребенок уже где-то в этом возрасте, там до 7 лет, к чему он тянется, как ходить начал, к чему он тянется, что он говорит, кто говорит, кем я хочу быть, что спрашивает. Да, как тот Моцарт, по-моему, 5 лет, за пианино пошел, начал выбирать, там бах, кто там нет. То есть просто жизнь, естественно. Бетховен, да. То есть вот очень внимательно следить за детишками. Что они хотят, что они делают, и почему вот важная задача педагогики современной, что нужно развивать личностные качества. Смотреть, что у него личное, чтобы помочь развить его предназначение, а не следовать карме родителей. Вот у меня папа был этим, мама там этим, ты обязательно должен быть. Может быть и может. И этому есть хорошее обоснование, потому что мы говорим по нашему, если я, мое назначение быть браманом, то я не рожусь, как правило, в семье кузнеца, если у меня не будет для этого возможности. Скорее всего, я должен родиться в семье короля, потому что у меня для этого есть все условия, чтобы я исполнил свое назначение. Так же, как и другое, если ты родился в семье короля, скажем, но ты хочешь выполнять функции шудры, работника, то есть пошел кузнецом работать, ты свое назначение не исполнишь. Да? Здесь, как говорится, мы подошли к тому, что мы должны смотреть также, но на свой род. Род. Есть такое понимание, то есть, скажем, определяется назначение по отцу, по мужской линии. Смотрим на папу, на дедушку. Сюда дедушка скажет, смотрим, готовьтесь. Значит, мужчина, то есть, главой рода считается кто? Мужская линия. Мужчина определяет назначение рода. Скажем, если мужчина король, а девочка может быть из рода крестьяне, но она же станет в роду королевы. Он не станет в род крестьянина королем, да? И определяется по мужчине. Поэтому, соответственно, есть такое понимание, что мужчина должен следовать роду своих предков, предназначению своих родов предков. То есть мальчик,
положитель рода. В этом глубокая слова. Да? Не девочка, считается мальчик продолжитель рода. Поэтому в детстве, знаешь, что если нет трех мальчиков, то род готовится к исчезновению. Да? Потому что всякие войны, все остальное прочее. Соответственно, мужчина должен смотреть, чем занимался, какой деятельностью занимался, видом деятельности занимался его мужская линия. Папа, дедушка, прадедушка. Каким видом деятельности, не имеется в виду, там, если вот он был учителем, то должен быть учителем. Нет, по этим четырем родам. Шудра, вайша, то есть торговец, человек, рабочий руками, политики, военные, законодатели и брахманы. Окей? То есть я должен быть не меньше. Если мой отец был, например, коммерческим предпринимателем, значит, я должен быть не ниже этого уровня. Потому что брахман, он может делать любые, он все уровни, он поднялся, он все уровни умеет делать. Шудра делает только нижний. Брахман может и то, и то, и то делать. Окей? Поэтому если брахман видит, скажем, короля, который идет в кузницу и там ковает суперклава, это не есть его достижение, это пройденный этап для него. Если он на этом остановится, он выполняет свое назначение, что он может намного больше, а делать очень мало. Поэтому смотрим, так? И, так же, как я сказал, то, что представьте, что вы уже все у вас есть. Вас не беспокоит вот это вот. Социум не давит, то есть пытается вернуть себя вот это состояние безмятежного детского состояния. Что мне ничего не надо, мне все хорошо, я сам счастливый человек. И что я хочу делать, он знает. Вот услышать это вот внутренний голос, чего мне манит. Еще также можно проверить себя под еще под еще одна есть такая. Вот такой. Задай себе вопрос. Что бы я мог сегодня делать? За бесплатно. От чего я могу получить удовольствие? От чего, чтобы я сегодня такое готов делать за бесплатно, что дает мне удовольствие. Даже вот в сегодняшней жизни, вот я сегодня там занят своей работой, какие-то профессиональные обязанности. Но что мне такое дает мне вот это вот? Я уже здесь? Делала сегодня. Эмоции, да, то есть мне дает позитив, что душа так говорит, радуюсь. А когда душа радуется, когда ты делаешь то, что ей хочется, несмотря на то, что я занят там, работаю кочегаром, но свое удовлетворение называется хобби, да? Хобби, да. Хоть свое хобби, там, мастерит, пишет что-то, там, играет, там, да? Мне кажется, чем душа больше, тем сложнее делать то, что тебе не лежит. Да, это, ну, это этап развития у нас уже, да. И вот это вот тоже штука работает. Вот здесь очень надо хорошо... А если у человека вообще нет хобби? Но как не, ему? Ну не может такого быть. Просто надо. Возвращаемся к этому, смотрите, возвращаемся к тому, значит, у него ум очень сильно занят сегодня повседневными задачами, социальными задачами, выживание, стресс. Когда у тебя в стрессе и выживание, ты не будешь думать о благости какой-то. Right? Все, ты должен себя вернуть в состояние благости, то, что мы до этого говорили, очистить тело, душу и ум. Когда я это сделаю, тогда вот у меня в этом состоянии лучше всего задавать себе вопрос, чтобы я, ну или сегодня, если кто-то уже получает удовольствие какой-то деятельности, да, хобби своего, да, и задать вопрос, что бы я делал, если у меня, вот, что у меня все есть, мне ничего не надо, как я себе говорю. И вот это поможет вам сегодня услышать свое назначение. И чтобы постоянно не терять связь с Господом, да, с душой, я должен вот эти поддерживать три момента. Тело, душа и ум. Да? Тело, душа и ум. Вот этот поддерживает. Если я поддерживаю постоянно чистоте и connection, соединение с этими, тогда я считаю, что я буду иметь слышать свою душу. То есть, постоянно. Если твое предназначение, да, ты узнала, что. И если оно тебе приносит удовольствие, да, тебе не надо ни денег, ни ничего, это твое, да? Конечно, удовольствие самое.